Деси. И аз бя, аз съм вече трети път на, 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 това, на тази програма. Да. Един раз бил в Киргизия. Един път съм бил в Киргизия. Второй раз бил в Южна Корея. Втори път бях в Южна Корея. И третий раз в България. Здесь. И трети път в България. Это было в Пловдиве. Това в Пловдив, вероятно в Родопите. Да, я хочу вам сказать. Искам да ви кажа, что Бог просто так сильно любит Болгарию. И трябва да ви кажа, че Бог толкова обича България. Я не переживал столько любви, как я пережил на этом трезвесе. Аз не съм преживявал в живота си толкова любов, колкото. Это было такое излияние любви на трезвесе. Такова изливане беше върху мене на това място. И Бог мне открыл, что вот Болгарию можно вот только так вот разбудить. И получих откровение, че България може и така да се отвори, да се разбуди, да се събуди буквално. Вот через такие трездесы. Через такива тридневни програми. Потому что это очень мощное прикосновение, погружение в Святой Дух. Това е много силна програма за докосването на Святия Дух до нас. Я хотел пригласить все те, кто хочет засвидетельствовать сегодня. Всички те, които искат да свидетелстват. Кто были, выходите сюда вперед. Който е бил, нека да свидетелстват. И кто начнет, кто первый, кто самый смелый. Я забуду просто. Юлия первая. Я не слышу. Юлия первая. Угу. Да. Даже не знаю, с чего начать. Трездиас у нас прошел 2 недели назад, да? 2 недели назад. Преди 2 седмицы тази программа, за която говорихме, мина. Она проводилась в горах. Далеко... Тя се проведи високо в планините. Изначально никто из нас не знал, что там будет. И поначалу ние отивахме, но не знаехме какво ще бъде там. Все, кто там был, они говорили, тебе так понравится, там столько всего. И всички ти казваха, абе, така ще ти се, така ще бъде добре, така ще ти, да, ще ти хареса. Я все думала, что, интересно, что же там будет. А, интересно, какво ли там не чака? И на самом деле я очень благодарна Господу и всей команде, которая сделала это возможным. И всъщност мога да кажа, че аз съм толкова благодарна там на самата група, която служише и на Бога. Потому что я действительно пережила огромную Божью любовь. Защото там преживях огромната, голямата Божия любов. Нам действительно дали възможност почувствовать себя детьми вдали от всяких забот. Да, там ни дадаха възможност да се почувстваме като деца, далеч от всички грижи. У тебя даже нету времени подумать, ага, что о каких-то делах, а там о телефоне кому-то звонить и так далее. Бяхме като откъснати и не можеш да мислиш за телефони, за обаждания, за всякакви такива грижи. Также мы молились там вместе с командой за предназначение и за наши дары. Да, и преди всичко ние се молихме там да бъдат събудени тези дарови, дарби в нас. Да, я получила откровение, что я призвана дарить людям радость. И аз там открих за себе си, че съм призвана да давам, да нося радост на хората. И также Бог вложил в мое сердце желание. И Бог вложи в сърцето ми желание. Писать музыку. Да пиша музыка. Так что, да, я буду двигаться в этом направлении. И аз така ще работя в това направление. Еще раз хочу сказать огромную благодарность всей команде, которая участвовала в этом. И разбира се, че искам да благодаря на тази група, която, на този екип, който беше, който работеше с нас. Нашим пасторам также. На нашия пастор. И просто к те, кто еще не участвовал, ожидайте. Действительно, это нечто невероятное.
И знаете ли, всичките тези, които не сте, не сте участвали, очаквайте, защото това е нещо много добро. В следующем году, надеюсь, вы попадете. И се надявам, че следващата година ви ще попаднете. Ще бъдете. Спасибо, Нели. Наша вообще команда самая большая была. Я не знаю, что за скромные люди, которые не поднимаются. Пойдемте, пусть страна вас увидит. У нас, кстати, страна. Страна тоже. У нас, вы знаете, там были люди с разных церквей. Там на твоем месте имаше хора от различных церквей. Но в конце трездеса. Но в крае на трездес. Объявили председателя и секретаря следующего трездеса. Объявили секретарь и председатель на следующий трездес. И для всех это была неожиданность. За всички това беше неочаквано. Потому что это были люди с нашей церкви. Защото това са хората от нашата църква. Да. Они что-то скромничают, не выходят. Пойдемте. Малко скромно. Пошли, пойдемте. Пойдемте, все, кто будет. Да. Наташ, пойдем. Да, мы тоже там были. Да, пастор, ты слышишь, что бяха там. Да. Оль, председатель там наверху, он тоже. Света, пойдем. Да. Сейчас у нас Юля будет переводить. Кто следующий? Спускайтесь потихоньку. Это было очень прекрасное время. Это было еще много прекрасного времени. Это время было, когда мы просто были оторваны от реальности. Това беше време, когато ние сме били откъснати от реалността. И мы не заботились ни о каких проблемах, никакой суете. Не сме мислили за различни проблеми, суетата на този свят. И на трездесе у всех у нас была возможность снова почувствовать себя детьми. Да, на трездесе ние всички имахме възможността да се почувстваме като деца. И каждый из нас когда-то был ребенком. И что-то всякий от нас някога е бил дете. И когда-то остается еще ребенком, например, някога я. Някога все още дете, като аз. Но для Бога все мы всегда будем детьми. Но за Бога не всички сме деца. Еще очень впечатлила жертвоготовность всех служителей, которые там были. Също така ме впечатли жертвоготовността на всички служители, които бяха там. И я очень хочу поблагодарить наших пасторов, которые позвали всю нашу церковь на этот трездес. Я искам благодаря на нашите пасторите, които поканиха нашата църква да участваме. И я думаю, что все должны побывать на этом трездесе. И мисля, че всички трябва да участват и да минат това нещо. Чтобы избавиться от этой озлобленности, которая нас окружает. За да отхвърля тази озлобеност, която ни окръжва в този свят. И вернувшись домой после этих трех дней. Като се върнах вкъщи след тези три дена. Мне было немножко трудно опять привыкнуть к работе, опять нужно что-то делать. Беше малко трудно отново да карам себе си да правя нещо и да работя. И первый день был очень стрессовый, потому что очень много всего случилось. И първи ден беше с много стрес, защото много неща се случиха. Но мне кажется, что очень важно оставить это чувство, которое мы пережили на трездесе, это чувство всему радоваться. Но мисля, че е важно да оставим това чувство, което сме получили на трездес, това е чувство да се радваме. Потому что в Библии написано всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. Защото в Библията пише винаги се молете и се радвайте. Вот, спасибо большое. Да, благодаря. Всем привет, меня зовут Шарич Александр. Здравствуйте, Александр Шарич.
Я не планировал никуда ехать. Я уже планировал никогда принял потом, такое решение, что я не поеду на трезвец. У нас недавно родился ребенок. Да, придималку не сыроди детей. Мы вдвоем не успеваем сами с ним справляться. А как я жену оставлю? Нямо время, не успеваем да се справиме со снегу, а пак ако съпругата ми остане само какво ли ще. Я решил, что я никуда не поеду, потому что много проблем, суеты, забот. Какой трезвец? Я реших да не отивам, защото имаше много проблеми, суетата, заботи различни. Но у Бога на меня был совершенно другой план. Но за Бога той имаше за мен специален план. В самый последний там или предпоследний день мне позвонили, и я почему-то вдруг решил, что я уже еду. В предпоследен день или последен день на мен ми се обадиха и вече ми казаха, че добре, аз ще путувам. Тут много уже говорили о том, что как там классно, как там да, круто. Да, много хора вече са казали колко и готино там. Ты чувствуешь себя как ребенок, ты чувствуешь на себе любовь. Ти усещаш тази любов, ти се чувствуешь като дете. Но еще помимо этого там еще вкусно кормили. Но освен това много вкусно ни храниха. Я с другой стороны увидел даже болгарскую кухню. Дори аз погледнах към българската храна от друга страна. Да, было очень много сладостей. Имаше много сладки неща. Но это тоже не главное. Главное то, что я смог обновить свои отношения с Господом там. Важно то, че аз успях да обновя своите отношения с Господа. Там почему-то вдруг начали раскрываться какие-то новые таланты. Там изведнъж почнаха да се откриват различни нови таланти. Я прям сам от себя там многого не ожидал. Ясно очаках от себе си това. Да. Это обновление. Это вот ты приехал туда и обновился. Това обновяване. Ти отиваш там и се обновяваш. И раскрывалось очень много тем, которые помогли мне внутри себя найти свое предназначение. И там се раскрываха такива теми, които помогнаха на мен да открия своето предназначение. И та Божья любовь, которую ты чувствуешь на себе. И тази Божията любов, която усещаш върху себе си. Сначала она какая-то непонятная, ты даже как-то закрываешься от нее. В началото тя е малко неразбрана, не я разбираш и дори малко се затваряш от нея. А потом ты понимаешь, зачем я закрываюсь, можно же все это принимать и чувствовать себя счастливым. Обаче после изказваш, защо се затварям от това, ако може просто да приемеш, да усещаш всичко това. Поэтому проверено, пройдено и рекомендую. Затова вече го проверихме, вече го минахме, затова ви препоръчвам. Спасибо большое. Благодаря. Здравствуйте. Здравейте. А Трездиес я узнала летом. За Трездиес научих през лятото. И я думала, что если будет такая возможность, я обязательно поеду. И си помислих, че ако имам возможность, задолжително ще отида там. Потому что я знаю, что всегда какие-то выезды духовные, они всегда вдохновляют, наполняют, обновляют. Знам, че такива, когато отиваме някъде духовни семинари или конференции, те винаги напълват и вдохновяват. Но за неделю до того, как ехать, една седмица преди да отидем, я была в очень тяжелом состоянии. Бях много тежко состояние. Я не то чтобы не хотела ехать, я ничего не хотела. И не исках да отивам там, просто не исках ничто. Но Бог знает, как Бог приходит вовремя. Но Бог винаги идва на время то. И для меня не было возможности финансово туда поехать, да еще с двумя детьми. Аз нямах финансова возможность да отида там и още имах деца. Но Бог и об этом позаботился. Но Бог се погрижи и за това. И я благодарю церковь и наших пасторов за эту возможность. Благодаря църквата ни и нашите пастори за всичко това. Потому что то, что произошло там, защото това, което стана там, это невозможно купить ни за какие деньги. Това не можеш да купиш за никакви пари. Я думала об одной сфере, что я обновлюсь духовно. Аз мислих само за това, че ще се обновя само духовно. Но Бог произвел исцеление моей души. Но Бог ме исцели, исцели моята душа. Когда человек находится в тяжелом состоянии, когато човек се намира в тежко състояние, в депресии или еще там, депресията в каком-то таком или угнетении, още нещо, это сложно с него вот так вот взять и за три дня выйти. Вот трудно, согласитесь. Трудно за три дня просто да излезешь от этого состояния. Люди годами выходят с такого состояния. Хората, по принципу, излезат години от этого состояния. Но для Бога нет ничего невозможного. Но за Бог няма ничто невозможно. И просто одним утром я проснулась. Една сутринца се будих. На Трездиесе. На Трездиес. С такой легкостью. С лекутам.
на душе, на сердце. Если когда-то на душе, с радостью, сердце, то, как будто у меня крылья появились. Радость, с любовью. И мог чувствовать, чем я сопоих открыла. И мое сердце было наполнено любовью. И мое то сердце было наполнено с любовью. И то, что я ожидала. И то, как это очаквах. Бог сделал намного больше. Бог направил още повече. Он исцелил мое сердце. Исцели сердце это мою душу. Моя это душа. Восстановил меня духовно. Восстанови меня духовно. Дал мне отдохнуть физически. Да, мне допучина и физически. Потому что три дня наши дети с ними просто занимались. За что-то три дни, знаешь, эти дети занимавах служители. Я приходила в комнату. И двух стаята. Я жила только с детьми. Это для меня тоже было чудо. Живеех само с децата. Това Они спали. Чудо за мен, и те спаха. Я просыпалась утром. Събуждах се сутринта. Я шла в душ, они говорили: мама, мы уже уходим. Отидох в душ, и те вече ми казваха, че вече си тръгват. Три дня в раю, как говорят. Три дни в рая. Мне не нужно было ни готовить, ни убирать. Не трябваше да готвя или да чистя. Но эти с утра до вечера мы наполнялись Божьим Словом. През целый день наполнивахме с Божьим Словом. Радостью Духом Святого. С радостью на Духа. И общением со святыми. И со общением со святите хора. Да, и я благодарна Богу за это время. Благодарна съм на Бог за това время. Я благодарна каждому, кто там был. Благодарна съм на всеки, който беше там. И особенно нашей церкви за возможность. И особенно на нашата църква за тази възможност. И я всем рекомендую побыть на этом трездиесе, который у нас будет. И препоръчвам на всеки да отиде на този трездиес. И то, что вы будете ожидать. И това, което ще очаквате. Я верю, что Бог сделает намного больше. Вярвам, че Бог ще направи още повече. Да, аминь. Спасибо. Амин. В первый момент попадания там, я поняла, что я, кажется, самая старшая там. Като попаднах там, си помислих, че съм най-възрастна. Я думаю, что мне там делать? И си помислих, какво да правя там. Има само младежи. Но радость, которая пришла потом, и която получих, встреча с Богом и Святым Духом, с Бог и со Святым Духом, и такую любовь, которую я получала там, каждый момент, всякий момент, неделя, каждый момент, это была постоянная любовь. Мне больше нечего сказать. Радость и любовь. Нямам это было чудесно. Беше само радость и любовь. Желаю вам. Чудесно. Не думайте о своем возрасте. Не смыслите за возраста. Тут возраста нет. Тут становишься ребенком. Нямам но не, возраст, в, дети, но не дете. Впадаешь в детство. Не впадаешь в детство, то оставаешь като дете просто. Спасибо нашим пасторам. Благодаря нашите пастори. Потому что это для меня была большая награда. Спасибо. За мен това беше голяма награда. Благодаря. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Казалось, Наталья. Ну, у меня было такое ощущение, вот сейчас я так думаю, что Бог вот эти три дня, это, Он показывает модель общества, которое Он хочет видеть. Кое-то то иска да вижда. Потому что на этом трездиесе были представители 8 стран. На този трездиес имаше представители на 8 държави. И представьте, все абсолютно добрые. И всички са много добри. Радостные. Радостные. Готовы отдавать. Готовы додавать. Это было действительно столько любви, столько радости. Наистина имаше много любовь и радость. И я желаю всем побывать в этом Пожелаю обществе. Пожелаю всички будущего. Таким должно быть общество. Таким его хочет видеть да, Господь. Будут в това обществото. Я всем вам желаю там побывать. Желаю на всеки будьте да счастливы. Буду там. Будете счастливы. Я в конце закончу. Всем доброго дня. Добрый день. А улыбнитесь, кто хочет уже попасть. Усмехнитесь тоже, кто иска да попадне там. Я не буду повторяться. Няма да се повторим. Я дам просто небольшую рекомендацию. Ще дам малка рекомендация. Если позволите. Купаться три дня в любви. Да се купите три дни в любовта. В раю на земле. В рая на земята. Можно только один раз. Може само в однаш. И когда вы туда поедете, и куда-то уйдете там, нужно прям вот с первой минуты требует первая минута расслабиться. Да все отпустите. Постарайтесь детей оставить дома. Опитайтесь да децата да ги оставите в къщи. Потому что не у всех получилось, как у Людмилы, расслабиться. За что-то не всякий имеешь возможность такая да се отпусти. Но это не
ухудшило состояние после? Ну, това не ми пречеше после. Потому что, несмотря на то, что мы пребывали в определенных некомфортных для себя ситуациях... А, вопреки того, что имаешь некомфортные ситуации... С детьми, с децата... Со своими какими-то... Как это? Ожиданиями. Со нашими очакваниями. Бог все равно сделал то, что должен был сделать. Бог все пак направил това, което трябваше да направи. Уже в понедельник... Вечер понедельник. Мы получили исследование на анализ. Получихме исследование на анализ. Который подтвердил, что наш сын полностью исцелен. Които потвърдиха, че нашият син е напълно изцелен. Это действительно слава Богу. Това наистина е слава на Бога. Потому что мы там молились за это, и Бог просто убрал все переживания. Защото там се молихме за това, и Бог махна всички вълнения. И я верю, что плоды, которые, ну, там произошло, знаете, вот это вот наша душа, такое ощущение, что очередной раз, вот уже... Второй год подряд мы проходим нечто подобное, ее опять взяли, засунули в стиральную машину, простирали хорошенько. Това вече минаваме през втората година. Имаше такова чувство, че нашата душа просто я взеха и я сложиха в пиралнята. И я приехала с мыслями, что надо выходить на новый уровень. И когато се върнах, имах мисли, че трябва да се вдигаме на ново ниво. То есть утвердились в своих талантах. Утвердихме нашите таланти. В призвании общем. Призванието, общото ни призвание. И Бог сказал: давай. И Бог каза: давай. Если не ты, то это никто не может сделать. Ако не ти, никой няма да може да го направи. Поэтому, если вам нужно понять, зачем вы живете. Ако трябва да разберете, за что живеете. И где взять на это силы. И откъде да вземете сили на това. То мы в апреле ждем вас. Тогава през април ви чакаме. Но помните мой совет. Один раз. Это можно сделать только один раз. Но помните мой совет, что это вам можно только направить само веднъж. Поэтому уже с сегодняшнего дня расслабляйтесь, готовьтесь к трездесу. Така, че вече от днес се отпускайте и гответе се за трездес. Всем добрый день, меня зовут Мария. Добрый день, казвам се Мария. Я тоже не планировала ехать. Все, что не планировала, да. Для меня было удивление, что мой муж очень сильно захотел ехать много туда. Много сознадок, чему я спокойно. Ну, куда муж, туда и жена. Я поехала с ним и. Утидух снегу. В общем-то, я ничего не ожидала от этого мероприятия, потому что я не хотела ехать. Что-то не искала. Но мне Бог сказал, что. Но Бог мне каза. Может быть, ты ничего не переживешь в момент. Может быть, ничто не надо переживешь. В течение трех дней. Този момент, на тези три дни. Но после этих трех дней ты будешь после другая. После этих трех дней ты будешь друга. И действительно был запущен новый процесс. Действительно запущен новый процесс. Процесс изменения нашей семьи. Процесс на изменение нашего семейства. Жирная точка была назначение моего мужа председателем, а меня секретарем этого мероприятия всего. Такой момент беше най-неочакваният, най-хубавият момент беше, когато моя муж и аз бяхме назначени за председател и помощник-председател. Да, видимо, поэтому мне нужно было все эти три дня быть хладнокровной и просто лицезреть на все, чтобы потом организовать это, понимаете? После, за да го организирам това нещо. И более того, они не знали, что мы муж и жена, потому что у нас разные фамилии. И още те не знаеха, че сме муж и жена, супруга, защото имаме различни фамилии. Вот. Особых таких ощущений я там не пережила, но я знаю, что это нужно для людей. Не переживях нечто особенное, но знам, че това е нужно за хората. Я действительно хочу участвовать в этом и организовывать искам, это. Да, организовывать поэтому това. Мы будем организовывать для вас следующее мероприятие. Следващия път. Вот. А если кто не знает, то мы профессиональные организаторы праздников и мероприятий. Ако някой не знает, ние сме професионални организатори на празници. И эти люди, которые нас назначали, они не знали об этом. И тези хора, които ни назначиха, не знаеха за това. Мероприятие будет очень хорошее. Мероприятието ще бъде много хубаво. Мы вас ждем всех. Чекаме ви там всички. Да, приветствую, меня зовут Александр. Оказывается, Александр. Я не такой эмоциональный, как все и как сестры обычно. Не сам только эмоциональный, как у сестры ты. Но есть несколько мыслей, которые я бы хотел донести. Ну, имам несколько мыслей, которые искам да споделя. Как многие говорили, отмечали, что не было иногда желания, да? Някои казаха, че нямаха желание. Но за неделю до поездки я не знал, поеду или не поеду. Седмица преди пътуване не знаех дали ще отивам. Потому что состояние мое внутреннее было не очень. Вътрешното ми състояние не беше добре.
И знаете, сегодня век информационных технологий. Днес век на информационные технологии. Кругом телефоны, компьютеры, автомобили. На всякий день телефоны, компьютеры и кули. Сегодня не нет трудности, чтобы зайти в YouTube и посмотреть проповедь, к примеру. Няма трудности, просто идем в YouTube и глядим някаква проповедь. Но мы знаем, куда приводят знания. Но не знаем, до куда водят знания-то. Можно знать, а можно верить. Можем да знаем, а можем и да вярваме. Можно знать Библию на 100%, Новый Завет. Можно знаем Библию на 100%, Новый Завет. Старый Завет. Старый Завет. Можно знать еще и Коран. Можем да знаем и Коран. И другие книги. И другие книги. А можно знать 1%. Можно знаем самый 1%. Что Бог тебя любит. Че Бог тебя обича. Иметь веру. Да имате вяра. Идти и говорить и дарить любовь людям. Да отивате и доказывате и да дарявате любовь на хората. И как приобрести эту веру? Как да придобиете тази вяра? Вера можно приобрести одним способом. Вяра можете да придобиете само по один начин. Личным свидетельством. С личным свидетельством. Откровением. Откровение. Почувствовать Бога, что Он есть. Да усетите, че Бог го има. Почему я вначале говорил про, что вокруг много автомобилей? За что вначале ты указал, что наоколо има много кули? Очень легко сравнить нашу жизнь с автомобилем. Много лесно да сравним наше живот со складом. У нас есть определенный запас топлива. Имаме запас на горивото. Но, как мы видим, многие автомобили иногда останавливаются. Но виждаме, че някои кули спират. У кого-то спустило колесо. На някого спукана гумата. У кого-то сломался датчик. Някъде е изчупен датчик. А у кого-то просто сломался двигатель, поэтому автомобиль стал. И на някой кола се изчупил двигател. Так и в нашей жизни. Такая в нашей живот. Когда каждый день у нас есть свои трудности, свои заботы. Всякий день имаме своите трудности, своите грижи. Вопросы, которые нужно решать. Вопросы, которые трябва да решим. И у нас есть ресурс. Имаме ресурси. Кто-то может остановиться через год. Някой может да спре след една година. Кто-то через 5. Някой след 5 години. Через 10. След 10. И он поймет, что в сердце не хватает любви. И така Бог ще разбере, че в сърцето ни няма достатъчно любов. А когда еще приходят семейные трудности, когато родственники вокруг? Още идват и семейни трудности. То иногда чувствуешь, что из твоего сердца. Тогава чувствуешь, че от сърцето ти. Любви изливается больше, чем наполняется. Любовта се излива повече, отколкото се напълва. Примерно у меня было такое состояние. Имах такого состояния. Но я скажу, что Бог делает свое дело, Он никогда не опаздывает. Но ще кажа, че Бог прави своето дело и никога не закъснява. Через 3 дня трездился. След 3 дни на трездес. Я понимал, что моя левая сторона, где находится сердце. Разбрах, че моята лява страна, където се намира сърцето. Но я такое чувство было, что оно раза в 2 увеличивалось, чем правая. Имах чувство, че тази част е доста по-голяма, отколкото дясна. Просто ты внутри чувствуешь очень большие переживания. Внутри чувствах много переживания. Радость, наполнение. Наполнение. Обновление. Обновявание. Для каждого христианина очень важно обновлять любовь с Богом. За всякий христианин много важно, да си обновява любовта с Бога. И самое главное, как говорилось сегодня в проповеди. И най-важното, което днеска беше казано в проповед. Нам нужно быть как дети. Трябва да бъдем като деца. Прийти в смирение к Иисусу. Да се смирим пред Иисус. И принимать Его любовь. И да приемаме Неговата любовта. Не учить, как дарить Ему любовь. Да не учим, как да Му даряваме любовь. А принять Его любовь. А да приемаме Неговата любовь. И Бог сделает свое дело в вашей жизни. И Бог ще направи своето дело в вашия живот. Я знаю, что предстоят ряд трездиесов еще впереди на Болгарской земле. Знам, че не очаква още редица трездиеси на Болгарската земя. И я не скажу, что там нужно быть. Я могу сказать, что трябва да будете там. Там обязательно нужно быть. Задолжительно трябва да будете там. И те, кто сегодня говорит на болгарском языке. И днеска тези, които говорят на български язык. На турецком языке. На турски язык. И проживают в Болгарии. И живеют в Болгарии. У вас есть большая перспектива. Имате голяма посетить перспектива. Посетить следующий трездиес. Да, бъдете на този трездиес. И как узнать больше информации?
Как донаучите побольше информации? Вы можете найти сайт нашей церкви через интернет. Можете донамерить сайт на нашу церковь через интернет. И связаться с администраторами, чтобы узнать подробнее. И досослужите с администраторами, донаучите подробности. И пусть Бог делает свое дело. И нека Бог доправит свое это дело. Слава Богу, спасибо. У нас есть еще одно свидетельство. Саши не было на Трездиасе, но она сказала, что пока она была дома, Божья любовь тоже коснулась ее. Здравствуйте. Меня зовут Александра. А, без перевода? Окей. Да не, не надо тогда. Не-не-не. Да. Спасибо. Меня не было на Трездиасе, но у меня есть свидетельство о Трездиасе тоже. Ну, вообще, мой муж уже был здесь на этой сцене, Александр. У нас недавно родился ребенок, и есть такая фраза «спит как младенец». Вот это не про нашего младенца, к сожалению, потому что днем мы спим не очень хорошо, плачем постоянно, и если, например, он не спит, то ты не сходишь ни в душ, ни приготовишь поесть, и поэтому Саша мне всегда помогает, потому что одна бы я, наверное, не справилась, скорее всего. И когда вот была речь о том, чтобы поехать на Трездиас, я ему говорила: «Давай, едь, я справлюсь, все будет хорошо». Я очень хотела, чтобы он поехал. Я не знала, как я буду одна с ребенком, но я очень хотела, чтобы он поехал. Молилась об этом. И когда я узнала, что едут все из нашей церкви, но, слава Богу, не едет Альбина и Рома. И я позвонила Альбине и говорю: «Приходи в гости». И так получилось, то есть Бог так сделал, что была пасмурная погода, поэтому Альбина не могла работать. У нее работа, ей для работы нужен солнечный свет. И как раз в эти дни была пасмурная погода, и поэтому Альбина была свободна. Это раз. А второе, они тоже хотели поехать на Трездиас, но не получилось. То есть Бог так все устроил, что Альбина и Рома были свободны. И в итоге они приходили ко мне в обед и уходили поздно-поздно вечером. Они из-за меня все делали, то есть я в таком пребывала состоянии, я Пашу только покормлю, Альбина уже подбегает забирать его у меня, ну, чтобы там поносить его, поиграть с ним. Я беру швабру помыть пол, Альбина подбегает, швабру даже забирает, говорит: «Давай я помою». Я говорю: «Ты что?» То есть она мне пекла вкусные пироги, готовила, ну, мы вместе готовили ужин, мы вместе ходили на прогулку, и однажды даже, знаете, что было? Они мне принесли мой любимый напиток, который можно купить только в одном кафе. И так как у меня не было времени туда сходить, конечно же, не было возможности, они сходили сами, купили мне этот напиток, там горячий шоколад с кокосовым молоком, очень вкусно, и принесли мне. Я была вообще в таком... Вообще это было что-то. Так что я сижу и думаю, поехала наша церковь на Трездиас почувствовать Божью любовь. Походу, я тоже на Трездиасе. Походу, Бог и... Да, я тоже почувствовала Божью любовь через Альбину и Рому, так что... Спасибо, ребята, было очень здорово. Слава Богу. Знаете, Божья любовь, она не изливается вот просто так, она изливается через людей. Мы это ощутили, да, кто там был? Слава Богу. Поэтому мы приглашаем всех в следующий раз в апреле. Знаете, с 8 стран приезжали люди. Я просто хочу сказать, что они вкладывали свои финансы в дорогу, в участие. У меня... Я 3 года была кандидатом на Трездиасе, и в одной комнате была с одной девушкой, которая из Казахстана приехала в Сеул, чтобы подзаработать. И она оставила семью с 2 детьми и перестала ходить в церковь, стала ходить там по барам и так далее. И Бог ее коснулся на Трездиасе, и она исповедалась. И мы, пока она была в Сеуле, ее отец умер, она очень сильно расстроилась от этого. Мы с ней разговаривали, беседовали. И знаете, она после Трездиаса вернулась в Казахстан, взяла
позвала мужа, семью, они восстановились, вместе переехали в Южную Корею. Он побывал на Трездиасе, уверовал. Они были служителями на разных Трездиасах. И когда она увидела, что в Болгарии будет проходить Трездиас, и сказала об этом мужу, он сказал, мы едем туда. Она говорит, у нас были отложены деньги, $2000 на машину. И он сказал, это не важно, важно человеческие души. И они на эти деньги купили билет, им в течение месяца они не могли получить визу в Болгарию, но в последний момент они ее получили. И меня очень коснулось, знаете, это то, что для Бога не важны деньги, для Бога важны человеческие души. И Он Сына Своего отдал за каждого из нас, для того, чтобы душа наша была спасена. И Трездиас – это место, где мы можем соприкоснуться с Божьей любовью, где мы можем зарядиться и потом поделиться этой любовью с нашими близкими, с нашими соседями, с этим городом. Аминь. Поэтому следующий Трездиас будет в апреле месяце. И обязательно, вот мы рекомендуем вам всем там побывать. И давайте сейчас помолимся за то, чтобы Бог благословил. Если у кого-то есть желание, я знаю, что оно у всех есть, как кандидаты, и мы, которые уже были, чтобы у нас была возможность туда поехать, и я хочу сейчас...